сезона с гостей. Команда Пинской волны. В воротах первый номер Алексей Коцковолец. Седьмой Азам Раджабов. Десятый Максим Гречиха. Одиннадцатый Даниил Ткачик. 15-й Виталий Кибук, он же капитан. Полевые игроки. Третий номер Антон Лазарев. Четвертый Вадим Ивановский. Шестой Марко Лилюнас. Седьмой Дмитрий Гу. И Островец. Новичка первой лиги. В прошлом году Энергетик играл в высшей лиге. Обыграла со счетом 1-0. Все, стартовый свисток дан. Лида начинает с... Не точно. Подача в штрафную. О, удар! Поворотом почти следовал. Если бы... Атака волны. Снова заброс в штрафную. И спасает свою команду Евгений Гремза. Обратный удар в пользу Лиды. Решили быстро разыграть дальним пасом, переводом направо. Живушка, он может и пробить. Смещается в центр, удар поворотом прямо по центру. Снова играют на убой. Однако мяч остается у волны. Это уже третий темп атаки у Пинской волны. Будет ли удар? Подача, нет, это удар. И снова Гремза вступает в игру. Поэтому, скорее всего, скоро будут и новых игроков добавлять на поле. А пока что Пинская волна. Давайте отвлечемся на атаку. Заброс штрафную. Удар поворотом. Но мяч остается в поле. Готовится мяч в игру вступить. Заброс штрафную. Мяч зависает прямо перед воротами Лиды. Но Пинская волна снова из-за боковой. И отправляется вперед. Заброс на подступы к штрафной. Кибук бьет поворотом. Гремза мяч забирает. Штрафную. И отбирает мяч Лида. Хорошая передача на ход. Может выйти один на один. И удар поворотом, штанга спасает Лиду. Но сейчас может получиться опасная атака у Лиды. Здорово ускоряются партнеры. Перевод налево. Принимает мяч Живушка. Удар и мяч в сетке. Забивает Лида. Вот такой вот неожиданный выпад от хозяев. И Живушка забивает первый мяч в сезоне для своей команды. 1-0 в пользу Лиды. Здорово оторвался от защитников. Сейчас увидим повтор. Никто из защитников не мешал.